празднование Дня города начнется 4 сентября. В этот день на площади павших борцов пройдет молодежный фестиваль, откроется аллея национальных культур. Волгоградцы и гости областного центра смогут посмотреть и выступления самых сильных атлетов России. А в честь столетия русской авиации мэрия города подготовила зрелищное мероприятие – авиашоу с участием боевых самолетов и парашютистов. В котором примут участие наши легендарные стрижи, русские витязи и русские соколы. Порядка 27 боевых машин, в том числе истребители, тяжелые самолеты, которые покажут свое искусство пилотирования этой техникой, в том числе будут показаны воздушные бои. Не менее насыщенная программа намечена и на 5 сентября. День начнется с традиционного праздника семьи. Почти 500 пар молодоженов со всех районов Волгограда пройдут по главной площади города в свадебных нарядах. По традиции состоится карнавальное шествие, в котором могут принять участие все желающие. Празднование Дня города завершится гала-концертом с участием певицы Валерии. Кстати, жителей Волгограда ожидает и массовый розыгрыш призов. Генеральным партнером праздника выступила сеть магазинов «Техномаркет». Официальную сотовую связь предоставляет компания «Мегафон». Что касается Дня города, то я абсолютно согласен, этот праздник является одним из самых любимых в Волгограде, одним из главных праздников нашего города. Поэтому наша компания, он тоже исключительно дорог, так как он дорог нашим горожанам, нашим абонентам. День рождения Волгограда – это позитивный и веселый праздник, который дарит всем только улыбки. Я думаю, что наша организация должна, обязана принимать участие в подобных проектах. К слову, в дни празднования Дня города в Волгограде будут усилены меры безопасности. Поддержанием правопорядка займутся почти 2000 милиционеров, дружинников и казаков. А в местах массового скопления людей на главных улицах областного центра будет запрещена торговля спиртными напитками.